подбородок, груди, плечи опущены. 3, 2, 1, в сторону. Еще можно пританцовывать, да? Создаем себе настроение. Поменяли в другую сторону. Здесь мы собрались не по принуждению, да? Никто никого не заставляет. Мы с вами собрались кайфовать, получать удовольствие от тренировки. Голова внизу, в сторону, и поменяли, и вниз, и вниз еще. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и хорошо. Мы с вами сразу начинаем первый комплекс. На нем же мы и будем разогреваться. Договорились? Внимание, мы работаем только на одну ногу. Поднимаем руки наверх и работаем коленом до груди. Что здесь важно, чтобы вы это движение делали за счет работы мышц пресса? Вниз и наверх. Что самое интересное, подъем наверх происходит тоже за счет работы пресса. Попробуйте медленно пока что выдох. Чувствуете, да, сокращенный пресс? А теперь откройтесь тоже прессом. Выдох, вдох, выдох. Отлично, это первое упражнение. А второе мы работаем этой же ногой, но уже делаем мах вперед, а руки скручиваем с плечами в сторону. Работают косые мышцы пресса. Опять же, напрягите живот и сделайте скручивание до стороны. Ну что же, собрались, руки наверх, приготовились. На выдох работаем и выдох, выдох, выдох. Здесь не нужно торопиться. Контролируем работу пресса, пресса. И открыто, и давай, выдох, и вдох. Выдох, и расслабляем. Раз, и держать. Раз, напряжение еще. 3, 2, 1, внимание, замах, и выдох, и вернуть. 1, 2, плечи в сторону еще. 1, 2, отлично, выдох, выдох, продолжаем, и 1, и где музыка? Громче, еще, выдох. 5 секунд. Поменяли, и другая нога. Работаем колено, и колено, и выдох, выдох, сильный пресс. Есть, другое дело еще. Так, следует. И на. И держать, держать, держать. 5 секунд осталось. 4, 3, 2, 1, замах. И выдох. И еще прожать бок и вернуть. И прожать, и вернуть. Отлично. 2. Выдох и намазь. Есть. Еще. Сильнее плечи до стороны. До стороны. 10 секунд. Держим равновесие, никто не падает. 5, 4, 3, 2, соединяем. И колено. Пресса, пресса. Молодцы, еще. Выдох. Хей, хей, хей. 2, 1, 2. Выше колена. Колено до груди. Вот так. 10 секунд. Выдох на скручивание. 5 секунд и замахи. Поехали. Выдох. Поочередно меняем ногу. Еще. Сильнее плечи. Доворачиваем. Дотянись. И прожимаем бока. Как следует. 10 секунд до конца. 5, 4, 3, 2, 1, отдых. Глубокий вдох и выдох.
Еще раз глубокий вдох. Выдох, отлично. Давайте мы с вами уйдем на коврик. Уходим вниз на коврик. Вы готовы? Можно сделать глоток воды. И углом 90 градусов. И мы начинаем выдох. И вдох. Потянуться локтем к колену. Как следует прожать бок. Отлично. Не расслабляем пресс, когда ложимся на пол. Здесь нас сокращается. Ну и здесь мы должны удерживать пресс в напряжении. 10 секунд у нас выдох. И вдох вернуться. 5, 4, 3. Скрутились. И только нога. И выдох. Нога. И на себя. Отлично. Вдох. Вдох. Продолжаем. Чтобы облегчить, вторая нога может уйти на коврик. Выбирайте, исходя из своего уровня подготовки. 10 секунд. И повторно другую сторону. 4, 3, 2, поехали. И другая. Выдох, вдох. Локтем тянемся к противоположному колену. Выдох, вдох. Работаем. И раз, и два. Выдох, еще. Дышим. 8 секунд и нога. 3, 2, 1. Скрутились в сторону. И выдох. И на себя. Отлично. Не торопитесь. Еще. Поясница прижата к полу. Кому тяжело, поставьте вторую ногу на пол. И раз, и два. 10 секунд. Мы не остаемся. Внимание. 5, 4, 3, 2, 1. Чередуем. И раз, и два. И выдох. Давайте темпо. Эй. Вверх, вниз, вверх, вниз. Выдох. Бум. Еще. Раз, и два. Выдох. Продолжаем. И ап. Не дергать голову. Мы работаем за счет пресса. 5 секунд. 4, 3, 2. Руки под ягодицы и поочередно адаптеры. Голова лежит на коврике. Есть. Живот втягиваем спина. Есть. Выпячиваем наверх, чтобы не было помик. И мы продолжаем. 1, 2. 10 секунд. Терпеть, терпеть. Осталось немного. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы! Ну что, как ощущения? Живот горит? Я уверена, что да, но мы не останавливаемся. Мы идем с вами сразу на следующий комплекс. Внимание! Ноги поднимаем наверх и работаем на себя. И возвращаем таз в исходное положение. Приготовились. Направим взгляд в потолок. Ладони в пол. И все вместе. Выдох. И вдох. Положили. И выдох. Оторвать ягодицы от пола. Выдох. Кому тяжело, колени согнуты. И работаем вот таким образом. Это облегченный вариант упражнения. Выдох. Вдох. И еще. Отлично. Мы задействуем с вами нижнюю зону живота. И поехали. Короткие толчки наверх. Смотрите, я как бы стопами тянусь к потолку. При этом слегка отрывая на 1-2 сантиметра таз от пола. Движение очень короткое. Выдох. Выдох. Выдох, руками упираемся в пол, еще, и наверх продолжаем, 5 секунд, 4, 3, 2, колени согнуты, замах, и касание, вдох, лечь вниз, для тех, кто
плечом вперед. То есть просто не ложитесь вниз. Выдох. И касание. Вдох. Плавно вниз. И наверх. И касание. 5 секунд. 4, 3, 2. Сели. И поехали. Плечи по сторонам. Если хотите облегчить, опустите стопы на пол. Работаем. Раз, 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 раз. Косые мышцы пресса. Круглая спина. Плечи опущенные. Давай, давай, 10 секунд. Еще. 5 секунд и внимание. Встаем в планку. На локте. Ноги на ширине плеч. Стоим. Животы втянуть. Ровная линия позвоночника без лишних прогибов. Стоим. 10 секунд. Дышим. Вдох и выдох. Еще. 5 секунд. Внимание. Вытянутые руки. И поочередно колено до груди. Одна нога и вторая. Выдох. Вдох. Выдох и вдох еще. Раз и два. Раз и два еще. Отлично. Раз и два. Осталось немного. Это последнее упражнение. У меня руки просто в шоке после прожарки. Еще это. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И внимание. Встаем. Не лежать, не лежать. Встаем, шагаем. Эй, 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 еще. Стряхните руки. Как ощущение? Горит все вообще. Шагаем, шагаем, шагаем. Ох, супер. Стряхните ручки. И у нас следующий комплекс. Мы должны его разобрать. Потому что здесь будет сейчас ряд разных упражнений. Давайте пошагаем на месте. В сторону. Приготовились. 2 шага. Колено удар. Везде напряженный пресс. И раз, два. Колено удар. Раз и два. И снова. На. И ха. Выдох. Где ваш пресс? Держать, держать. Вот здесь. Дожать, дожать. Сжимаю.
них. Застяжка. Раскрываем плечи по сторонам, грудь подаем вперед. За макушкой тянемся наверх. Огнище, огонь, вот это бомба. Супер. Жарища. Класс. Мне нравятся ваши отзывы. Люблю тебя, Настенька, да вы мои хорошие. Да вы ж мои девочки. Тянемся наверх, растягиваем пресс. Не провисаем на руках, то есть потянитесь за макушкой. Глубокий вдох и выдох через рот. И еще 8. Можно слегка поперекатываться из стороны в сторону. Дыша. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И ушли на колени. Тянемся наверх и назад. Вот так быстро у нас пролетела тренировка. Но как хорошо мы поработали. И я вас прошу, не надо обесценивать свои действия. Если кто-то сейчас думает, ой, это ничего не значит, это каких-то 20 минут. Ого-го, сколько это значит. Ого-го, девочки. Потому что вместо этого вы могли ничего не делать, понимаете? Если поставить это на весы, то понятно, где же выигрыш. В том, что да, вы сделали эти 20 минут. Поэтому, пожалуйста, похвалите себя за это. Скажите, какие вы молодцы. Тянемся наверх и назад. И поднимаемся на стопы. И медленно вырастаем позвонок за позвонком наверх. Отлично. Мы с вами встаем. Делаем хороший глубокий вдох. Тянемся. И сбросим. Мы закончены, девочки, и эти аплодисменты для вас.